Добрый вечер. Перед вами сегодня выступает группа «Громыка». Сейчас, подождите. Здравствуй, племя молодое, незнакомое. Здравствуй, племя пожилое, опытное. Мобильники выключить. Это, конечно, тяжело. В магазине, пожалуйста. Первая песня под названием... Oh, yeah.
Спасибо. Следующая песня под названием «Делали ремонт». Спасибо большое, что подошли. Видимо, интернет делает свое дело. Ну, я думаю, и наше творчество тоже. Да, вы правы. We'll be right back.
Так и получилось. Так и получилось. Так и получилось. Так говорил я вам. Говорил я вам. Не прислушали. Так и получилось, так и получилось, так и получилось, как говорил я вам, говорил я вам, не прислушались, говорил я вам. Так и получилось, так и получилось, так и получилось, как говорил я вам, так и получилось, так и получилось, так и получилось, как говорил я вам. Спасибо огромное. Эти песни, первые три песни были из нового альбома. Кстати, у Феликса Натаныча, извините, не знаю отчество, продаются они в баре. Следующая песня, надеюсь, из второго альбома. Под названием «Водоканал». Я сегодня как птица в клетке, я сегодня как джет-радар. Я сегодня как ток в розетке, я как мотор спецгенерал. Водоканал, воды не дал, водоканал, воды не дал. Водоканал, воды не дал, водоканал, воды не дал. Я сейчас как во рту таблетка, как в Сахаре Турфейер дал. Я как брошенная ранетка, я сегодня всю ночь не спал. Водоканал, воды не дал. Водоканал, воды не дал. Водоканал, воды не дал. Водоканал, воды не дал. Водоканал, воды не дал, водоканал, воды не дал. Водоканал, воды не дал, водоканал, воды не дал. Ты не плачь, вот салфетка, детка, я сегодня как обрывалк. Без поэта пуста беседка, без оркестра колонный зал. Водоканал, воды не дал, водоканал, воды не дал. 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 Спасибо.
Следующая песня посвящается всем нашим знакомым геологам, любителям географии, ну и так далее, путешественникам, в конце концов. Следующее объявление сделаю позже. Раскудрявилась кудря, разразилась роза. Не расстраивайся зря, вырастет береза. Распушилась душня, растянулась тяга, расклешилась клешня, зацвела коряга. А у сновски пьянки пришли погулять на природу вышли. По Усковским янки пришли погулять на природу вышли. Расфуфырилась фуфа, распихталась пихта, разухабилась уха, выходи из лифта. По-устовски бьянки пришли на природу вышли, на Усковский бьянки пришли погулять на природу вышли. Надо погулять, погулять на природу погулять вышли. Надо погулять, погулять на природу погулять вышли. На природу погулять, погулять на природу погулять вышли. На природу погулять, погулять на природу погулять вышли. Раскарманилась корма, разлепилась липа, расхермолилась херма. После спячки встань засыпать.
Есть виза, завтра приезжайте в Таллин на Music Week. Прям завтра приезжаю, вы что делаете? Да. По субботам в Таллин. Я спать, а ты когда в Таллин? Я сейчас отцовский ремень достану. Ну, а воскресенье, день геолога. Выступаем в одном заведении. Вспомню, скажу. Разрастаются узоры из мотивов расписных, купец разные подковы из корней седых. Наш орнамент долговечный, он среди лесов и рек, на просторах бесконечных, здравствуй, человек! Пушкин! Шешкин! Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Пушкин, Шишкин, Мышкин. Ла-ла-ла-ла-ла. Несравненные рельефы, сталагмитов удалы, и повсюду снега эпы на бровях густых. Чудотворная лепнина вдоль лихих дорог сойдет, и пушистая перина в облаках живет. Пушкин, Шишкин, Мышкин, ла-ла-ла-ла-ла. Пушкин, Шишкин, нам открыто чудных гений просвещения дал, опыт сын ошибок трудных их же и собрал. На огромных, на просторах многовидных сыновей, на экранах мониторов и в сердцах людей. Пушкин, Шишкин, Мышкин, ла-ла-ла-ла-ла. Пушкин, Шишкин, Мышкин, ла-ла-ла-ла-ла. Пушкин, Шишкин, Мышкин, ла-ла-ла. Мышкин, ла-ла-ла-ла.
Хорошо. Молодые люди, прошу не прыгать по сцене, потому что мы и так разваливаемся сами. Ольга, можно голоса чуть-чуть, монитор чуть-чуть добавить? Жарковато у вас в Петербурге. Слушай, песня под названием «Не стесняйтесь». Окуляры
песни лиры, винокуры, санитары и, конечно, гусляры, дети Сары и Тамары и поволжские сыны. Не стесняйтесь, размножайтесь. Не стесняйтесь, мужчины в шароварах, не богаты, но щедры, и Игнаты, и Захары, эмиссары, бухары, откровенные гусары и нестерженные львы. Не стесняйтесь, размножайтесь. Не стесняйтесь, повышение рождаемости, понимаешь? Так, ну ладно. Ну, следующая песня. Ладно. Выпрямись, дорога. Посмотри
вязью ландшафт, и горит больше крылая птица, и широкий я делаю шаг, чтоб хрустальный воды мне напиться. Выпрямись, дорога, поумней дурак, не задавайся вопрос, что делать. Выпрямись, дорога, поумней дурак, не задавайся вопрос, что делать. Подарила природа запас, а бруснища смородиной нефти, и граненый чистейший алмаз, а серебро с крайней сети. Поднимись, дорога, помни, дурак, не задавайся вопрос, что делать. Выпрямись, дорога, помни, дурак, не задавайся вопрос, что делать. Выпрямись, дорога, помни, дурак, задавайся вопрос, что делать. Выпрямись, дорога, помни, дурак, не задавайся вопрос, что делать. Спасибо. Молодые люди правильный танец выбрали. Жалко, что нет премии. Можно было премировать молодого человека, если... Нет, кремировать не надо. Кремировать не надо. Феликс, нальете, пожалуйста, молодому человеку воды. Нет, так не надо. Обращаться с Феликсом, пожалуйста. Следующая песня, так как Санкт-Петербург, Ленинград и так далее, город, в принципе, морской, и художников на Пушкинской достаточно, посвящаем Санкт-Петербургу эту песню под названием «Моряки и художники». Не рисуют, а пишут.
собою охота. Моряки и художники, художники и моряки, моряки и художники, художники и моряки, люди нелегкие. Художники и моряки, моряки и художники, художники и моряки, моряки и художники, художники. Моряки и художники, художники и моряки, люди нелегкой судьбы, люди нелегкой судьбы. Спасибо. Оленька, дорогая, можешь сделать, пожалуйста, еще добавить? Или мне подвинуться к монитору лучше? Как? Раз, два, три, четыре. Раз, два. Следующая песня под названием «Сербия, Хорватия». Телефон выключи, пожалуйста. Oh.
разбегаются соседки, а потом происходят новые разочарования. На атомы клетки разбегаются соседки, а потом происходят новые образования. Спасибо огромное, спасибо, что подошли, спасибо Ольге, спасибо Феликсу, спасибо Слону, спасибо клубу Фишфабрик, очень старый, довольно старый клуб, старый, но я бы сказал не старый, а пожилой, пожилой. Мне моя бабушка говорила: никогда старикам не говори, что они старики. Говори, что это пожилые люди. Это очень мудрое высказывание. Это? Подождите, подождите. Мы же никуда не торопимся. Или все-таки торопимся? Есть еще какие-то... Есть еще какие-нибудь мероприятия? Сегодня, в ближайшее время. Ну, наверняка есть город большой. Еще раз хочу, не надо фамильярничать. Еще раз хочу напомнить. В воскресенье мы выступаем на закрытой вечеринке «День геолога». Но... я думаю, что можно прийти, если хотите. Как называется? Все мои друзья. Все мои друзья. Мы, конечно, не рекламируем это место, но... ну и слава Богу. Окей. Следующая песня под названием «Я вышел из душа». Я
вышел из душа. Зачем мне все это нужно? Здесь душно и скучно. Может быть, когда-нибудь мы встретимся опять. Я вышел из ватой. Зачем мне все это надо? Здесь влажно и странно. Да и в этой ванной никому руки вышел из холла, не отразимо голы. Здесь пепси и кола, но от вас какой-то холод или холодец. Я вышел из душа. Зачем мне все это нужно? Здесь душно и скучно. Может быть, когда-нибудь мы встретимся опять. 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 Ла-ла-ла-ла-ла. Замечательно, когда много смыслов у каждой песни. Хочу напомнить, что диски продаются у Феликса в баре. Если вы купите диск, вы поможете выходу следующего альбома, второго альбома, может быть, на той же компании. Чем больше продастся дисков, тем быстрее выпустится второй альбом. Спасибо. Следующая песня также, видимо, войдет во второй альбом под названием «Мишка-братишка» или второе название «Охота на крупного зверя». Братишка, зайчик мой, Мишка, братишка, дорогой, Мишка, братишка, зайчик мой. Ой, 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 ой. Тигрик, зайчик мой, тигрик, тигрик, дорогой, тигрик, тигрик, зайчик мой. Ой, 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 ой. Слоник, филоник, зайчик мой. Ой,
ой, ой, ой. Спасибо. Устали? Устали ли? Песня под названием «Связать и отправить в Москву». Подождите, тихо, 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 не свистите, пожалуйста. Нет, нет, все нормально. Москву. Не, ну хорошо, можно. Ладно, раз. Извините, что. Сегодня люди, люди, лепота вокруг, икра с блинами, грусть до лосось, волчьи шубы, заморские фрукты, стол с сапогами, кого-то черт попутал, кто-то наводит тоску, кто-то задумал смуту, связать и отправить в Москву. Самовары, сушки, варанки, ловцы коромысла, ведра, прялки, луговые косы, цикольные щеки. Дай ответить, кого-то черт попутал, кто-то наводит тоску, кто-то задумал смуту, связать и отправить в Москву. Задумал смуту связать и отправить в Москву.
Спасибо. Как сказал один человек справа от меня, какой, какая жизнь, такой и психоделический твист. Следующая песня под названием «Прошу не умничать». Это бывает со мной. Даже когда я не пьяный, это бывает со мной. Даже когда я в нирване, это бывает со мной. Когда я лежу на диване, это бывает со мной, сидя в наполненной ванне. Со мной и за игрой на баяне, это бывает со мной, когда подхожу к фортепиано, это бывает со мной, с сигарой на пляже в Гаване, это бывает со мной, экскурсии Моа Пуритане. Со мной на чердаках по застане, это бывает со мной в борьбе между инем и янем, это бывает со мной на встрече втроем в Тегеране, это бывает со мной на мировом океане. Шон. Вкуснятина. Ну, следующая песня, как я называю, «Нирвана наших дней». «Нирвана наших дней» — песня под названием «Шаляпин». No, no.
нафиг их всех. Шаляпин, великий человек. Ну нафиг. Нафиг их всех. Стилофон. Человек. Ну нафиг. Ну нафиг их всех. Шаляпин, великий человек. Ну нафиг. Еще раз, все вместе, Шаляпин, великий человек. Ну нафиг, ну нафиг и всех, всех, всех. Ну, уже что-то от погоды голос садится. Ну, спасибо. Спасибо, Дмитрий Валерьевич. Дмитрий Валерьевич, возьми. Спасибо. Так, ну, еще раз хочу напомнить, что диски продаются у Феликса Эдмундовича. Прошу прощения, я надеюсь, Феликс на меня не обидится. Дорожайший человек. Очень приятный. Вы заметили, да? Феликс добрейший человек. Так. Диски, про диски сказано. Про Таллин мы говорили уже. У кого есть свист? Что за свист? Диски у Феликса. Таллин на месте. Таллин стоит на месте. Нет, убавили громкость, это хуже. Громкость убавили. Ольга. Ольга, добавь обратно, пожалуйста, дорогая. Вот замечательная девушка там за пультом. Замечательная девушка. Сейчас, подождите. Следующая песня. Раз, раз, раз. Чуть погромче. Раз, два, три. Ну, я хочу сказать, что мы подходим к концу нашего выступления. Таллин и в воскресенье приходите на закрытую вечеринку. Но пройти можно, надеюсь. День геолога. День геолога. Косматые мужчины. Мужчины бородатые. Надеюсь, не буду обижать этих хипстеров. Вот, нормальные мужики с бородами. Они нормально. С нормальными бородами, а не с этими. Не, черт знает. Вы поняли меня? Спасибо, что вы поняли. В общем так. И 30 апреля мы играем в Ленсовета. Тут Ленс-экспо, извините, пожалуйста. Вот с уважаемыми людьми. Ну,
Политбюро всегда. Очень чудесная группа, хедлайнерами будет. Какой зоопарк? Сам ты зоопарк, извините, пожалуйста. Нет, группа... Скаджаз, вот, молодцы, молодцы, правильно подсказали. Скаджаз Ревью, это замечательные ребята. В общем-то, наши коллеги. Одно поколение уже, вот, ну... Ну, и так, я бы сказал, это не уже, а и так. Вот, спасибо, хорошие парни. Приятно, что мы будем с ними. Окей. Еще, если что-то я забыл, скажу в следующем. Но уже предпоследняя песня. И прошу иметь в виду. Ну, посмотрим. Следующая песня называется «Мужчина моего начальника». Саванны живут бегемоты, и крокодилы тоже мешают спать. Там, где львы, там где гиены спорят за литр крови, за мясо свежайший кусок. Мужчина моего начальника, мужчина моего начальника, мужчина моего начальника. Он добрый, он приручил саму. Саванны пасутся тапиры, и антилопы гнут, еще разогнут. Копытом бьют зебры, жирафы тянут шеи, а слоны дуют в трубы. Мужчина моего начальника, мужчина моего начальника, мужчина моего начальника. Он чуткий, он знает, как тебя зовут. Мужчина моего начальника, мужчина моего начальника. Он милый во всем, во сне и наяву. Скорость гепарда и страусиные ноги спорят за первенство. Очень эффектный сюжет.
и даже колибри, и всякая живность такая хочет существовать без всяких коллизий. Я мужчина моего начальника, мужчина моего начальника, мужчина моего начальника. Он четкий, я сына так и назову. 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 Спасибо. Спасибо авторам. Если б не авторы, то куда же мы? Кто же нам песни пишет? Интрига. Ну и последняя песня, да? Наверное. Наверное, последнюю. И всем барышням, я думаю, что мы все-таки не мужская группа, а любим похлопать по попочке кого-то, да, девчонок? Как Леонид Ильич любил это делать. Ну, не будем привязывать к этому. И следующая песня посвящается всему женскому персоналу. Всему женскому персоналу, кто здесь находится. Песня под названием «Дизель». «Дизель» у нас ассоциируется с теплом всегда. Так что так немножко угловато, но ну, про тепло. Так удивительно твоя же внешность, ты подарила мне кота, ты подарила мне святую нежность. Это тепло, ты подарила мне это тепло, ты подарила мне это тепло, ты подарила мне это. Come on.
Такая свежесть, ты подошла издалека и пропитала всю мою небрежность. Это не так. Как бы сказал Армен Джигарханян, сынки, сын, он так говорит. Ну, все же младше его. Ну, постепенно все станут младше нас. И я хочу перенять от Армена Джигарханяна. Ну что, сынки? Нет, батя, это немножко украинский. Нет, это украинская тема. Не хотим. Отец лучше. Согласен. Найдем слов много в русском языке. Правильно? Ну, по-другому можно. И следующая песня философская под названием «Патологоанатом». И не знаю, слышали такое? Тем не менее, я надеюсь, вы все читали прессу различную и различные анализы нашего творчества. Я думаю, вы умеете просеивать, так сказать, всю шелуху. И хочу, кстати, забыл сказать про вот этот инструмент, на котором играет Павел Сергеевич. Называется стилофон. Стилофон, потому что некоторые журналисты, даже столичные начинают неправильно называть стилофон. Стиус, да? Стиусом играют. Это игрушка. Игрушка 68-го года, по-моему, первый. Правильно говорю? Нет? Так. Первый выпуск. Нет, это конкретно позже. Неправильно? Ну, хорошо. Ладно. Ну, захотите, найдете. Ведь у вас есть телефоны, от которых вы теперь зависите все. Вот. Окей. Ладно. Ну, я не гноблю вас. Не гноблю. Спасибо, что подошли. Диски продаются у Феликса. Завтра Таллин. Воскресенье. Господи. Ну, короче, там где-то рядом с Исаакиевым собором. И песня под названием «Патологоанатом» или «Мирный атом». Какую книгу ты читаешь на ночь? Что ты любишь? Чем увлекаешься? В философских разговорах кого кладешь
знакомый, подобное анатом. Человек ко всему привыкает ребята. Мирный атом, мой знакомый, подобное анатом. Что ты видишь, чему удивляешься, какую пищу ты готовишь на ужин? Что ты слышишь, чем наслаждаешься? Какую песню ты напеваешь в ванной? Мирный атом, мой знакомый, патологоанатом. Человек ко всему привыкает, ребята. Мирный атом, мой знакомый, патологоанатом. Человек ко всему привыкает, ребята. Какой подарок ждешь на день рождения? Что ты будешь, кем представляешься? Какое чудо ты готовишь на завтра? Мирный атом, мой знакомый, патологоанатом. Человек ко всему привыкает, ребята. Мирный атом, мой знакомый, патологоанатом. Человек ко всему привыкает, ребята. Мирный атом, мой знакомый, патологоанатом. Человек ко всему привыкает, ребята. Мирный атом, мой знакомый, патологоанатом. Человек ко всему привыкает, ребята. 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 Спасибо, други наши. Ну и на бис вот просили, говорил я вам, да? Спасибо, дорогие, что подошли. Спасибо всем, всем, кто подтянул. Спасибо Кощею, дружище, помог, всегда помогает. Thank you.
Извините, не обижайте. Сергеевич, прошу любить жаловать. Ритм-гитара Никита Андреевич. Бас-гитара Андрей Анатольевич. Барабаны Петр Николаевич. Максим Валерьевич. Спасибо, дорогие друзья, что подошли. Спасибо клубу. Спасибо всему. Ну, не теряйтесь. Так и получилось, так и получилось, как говорил я вам. Так и получилось, так и получилось, так и получилось, как говорил я. Спасибо, друзья. Нам завтра в 6 часов уезжать. Автобус в 6 в Таллин едем. Это что? Еще? Так, кстати, меня всегда удивляло, почему в советское время не назвали город Сталин. Это, ну, мне кажется, грубовато, но... Да. Ну, ладно, это... Уже далеко! Уже все. Спасибо, все, спасибо. Все, устали. Ну, нет, я думаю, что мы полтора часа проиграли. Отыграли, правильно? Спасибо, друзья, спасибо. Спасибо. Покупайте диски, вы поможете нам выпустить еще один альбом. Сейчас я распишусь. Все, у меня есть, по-моему, даже маркер с собой. Все будет.
если диски закончились, они закончились, сейчас...